заперт в Лондоне из-за долгов в Америке. Ранее стало известно о разрыве сделки по покупке Яндексом Тинькофф банка за 5,5 миллиардов долларов. Олег Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга. Несмотря на это, стоимость бизнеса Тинькова выросла в 1,5 раза. Редакция Forbes назвала его бизнесменом года. Первая камера, вторая, третья. Все на месте? Давайте. Forbes Russia 2020. Сквозь баб детки. 0,99 жестко. Дал купить рот, просто первый телек плоский. Темп носки, доски, топ, темп рост. Эти конкуренты вытирают слезки. Переехал в Москву, переехал в Москву. Пиво и пельмени дали, стало все серьезно. Нужен бизнес-план, делай юный брост. Первый нормальный банк, сделай все по госту. Свеж Порс, я в Форбс до сих пор. Я босс Тинькофф, а ты кто? Свеж Порс, я в Форбс до сих пор. Я босс Тинькофф, а ты кто? Мы живем один раз, и не надо быть так серьезным к этой жизни. Надо весело жить, относиться ко всему легко. Все пошло не совсем гладко. Лето прошло в больничке. Ледокол забылся, как и другие нычки. Федералы ищут мои миллиарды тысяч, но я должен выжить, вновь всех высечь. Ну я реально умирал. Когда ты заболел, тебе не журналистика, не пиар, не просмотры, не ютубы, ничего тебе не нужно, и не миллиарды. Надо, чтобы после тебя что-то еще осталось, нет? И пользуясь случаем, всем, кто нас смотрит, россиянам, как говорят, я хочу пожелать в 2021 году только здоровья, потому что у меня одно пожелание. Все.